коробочке было два малыша, вот таких манюсеньких. У одного сильный понос. Ну что, на второй день на капельницах. Ребят, глистная инвазия. Котик. Мамин. Такая кнопка, одной ладошкой можно накрыть. Он будет очень маленьким, ребенок. Только у нас это девочка или мальчик? Это мальчик. Это у нас крошечный мальчик. Я капаю ребенка со вчерашнего дня. Все, сейчас умираем. Да. А ты уже поправился, да? Носишься тут. Что, чудовище мое? Эй! Так. А ты? Взял и развязал лапу и снял катетер сам, да. Вот так. Вот это второй ребенок. Покажись. Покажись, мой красивый. Да. Две капельницы, и ребенок себя чувствует хорошо. Дай бог. И сам катетер себе снял, да? Чиполлино маленькая, чипик. Чипи-чипи. Глюкозу на течение дня сами держим. Угу. Я его дома кормлю. Да, соответственно, видите, просили. Чего ав-ав-ав? Ну, чипик. Ты такой смешной. Ав-ав. Мое солнышко. Сейчас мама тебя заберет. Как оно у вас открывается? Ну-ка, мой золотой. Все, едем домой, красавчик. Слон и моська. Да не трогай ты его, козленок. Таракана этого. Господи, где ты там есть? Это называется... Ой, я не знаю. Это не таракан, это... Кнопик. Кнопик, клопик. Какой он Чиполлино? Он клопик. Мой такой маленький клопик. Да? Ну, очень большая собака, да? Вот это его братик. Даже братик в два раза больше его. Ты же слезь ты с него, чудовище. А возраст у них один, ребята. Возраст один, размеры разные. Умыли? Грязный он, грязный, да. Эй, тараканчик маленький. Ты такой смешной. Ребят, щенки по 2,5 месяца. И этот, и вот этот, и этот. Thank you.
Когда я тебя сниму? Ты мой красивый такой, мамин. Да, мы поправились и даже чуть-чуть подросли. Чипик. Чипик-чипик, красавчик мамин. Да, мамин хороший. Тараканы мои скачут. Чипик. Чипи-чипи, ай ты чипик такой. Да, иди сюда, таракан. Мика, стой, не мешай. Мика. Ну, Мика, давай ты не будешь прыгать, девочка моя. Чипи. Чипик. Чипик. Мика, не наступи на него. Ну-ка, ребятки. Эй, эй, дайте, а можно вас как-то снять, а? Вот чтобы вы не сильно, сильно, не сильно, да. А, малышня? Мика, ну ты самая маленькая, да? Ты самая маленькая. Надо, наверное, рассказать историю Мики. Я обязательно расскажу о ней. Два братика. Акробатика. Чипик и Бармалей. Бармик.